Одесский морской порт – самый крупный порт в Украине по грузообороту. Третий порт по грузообороту на Черном море. Обслуживает ежегодно около 35 миллионов тонн грузов со всего мира. Грузовые комплексы и контейнерные терминалы Одессы, в том числе новейший из них Евротерминал, оборудованный по последнему слову техники, ежедневно осуществляет перевалку и оформление до 1000 грузовых контейнеров, прибывающих практически из всех уголков мира. Благодаря своему удобному географическому расположению, Одесский морской порт является одним из важнейших в Украине пунктов транзита грузов, прибывающих и отбывающих морским путем. Значительные объемы импорта и экспорта продукции, пересекающие границу в терминалах Одессы, позволяет Южной таможне пополнять бюджет страны более чем на 10 миллиардов гривен ежегодно. Важнейшие задачи таможенной службы – наполнение бюджета государства, противодействие контрабанде, противодействие ввозу контрафактных продуктов, эффективное выявление наркотических веществ, оружия, взрывчатки и других запрещенных для перемещения товаров. Система сканирования «Аэропискан» – комплексное решение в проведении досмотра грузов неразрушающим методом с целью проверки соответствия таможенным декларациям, предупреждения перемещения контрабанды и запрещенных грузов. Мобильные системы «Аэропискан Eagle Mobile» М4507 уже более 4 лет являются незаменимым инструментом Южной таможни в оптимизации досмотра грузов и эффективной борьбе с контрабандой. Система является абсолютно мобильной. Оборудованная на шасси грузового автомобиля, передвигаясь по автомобильным дорогам, в считанные часы она способна прибыть на место, где необходимо досмотреть груз. Будь то терминал, тир-площадка или любое другое место, где нужно сканировать грузы в автомобилях и контейнерах. Легкое и быстрое развертывание системы обеспечивает готовность к работе уже через 20-30 минут после прибытия. Система полностью автономна и не требует источников питания либо наличия каких-либо специальных сооружений. В связи с этим ее применение особенно удобно для проведения досмотров на автомобильных площадках, в морских портах и пограничных контрольно-пропускных пунктах, куда она может прибыть в случае необходимости в кратчайшие сроки. Сканирование производится как при движении сканера вперед, так и в реверсном режиме. Обеспечивает досмотр до 30 автомобилей в час, либо до 100 машин в час в проездном режиме вдоль колонны досматриваемых машин либо контейнеров. Рентгеновское излучение мощностью 4,5 мегаэлектронвольт проникает через плотные и плотно упакованные грузы, которые могли бы потребовать длительного ручного досмотра, и формируют их изображение. Во время сканирования сотрудник таможенной службы может четко видеть зоны неоднородности материалов, повышенной плотности, очертания посторонних и подозрительных предметов. Во многих случаях система «Аэропискан» позволяет выявлять замаскированные контрабандные грузы, наркотические и взрывчатые вещества, обнаружение которых без ее применения было бы просто невозможным, либо требует вскрытия и разрушения конструкции и значительных материальных и временных затрат. С такими случаями уже сталкивалась и Южная таможня. Результаты сканирования легко обрабатывать, хранить, распечатывать или передавать по беспроводной связи в главные офисы таможни для дополнительного изучения. Таким образом, система «Аэропискан Eagle Mobile М4507» является незаменимым инструментом органов таможни для повышения эффективности борьбы с контрабандой, а также значительного ускорения и оптимизации проведения досмотров грузов. Компания «Аэропискан» ежегодно инвестирует значительные суммы в исследования и развитие для усовершенствования технологий и улучшения качества своей продукции. Обновленная модель мобильной системы сканирования М60 вобрала в себя все преимущества и многолетний опыт эксплуатации предшественника М4507 и с мощностью рентгеновского излучения 6 мегаэлектронвольт и представляет собой высокотехнологичное, идеальное решение для противодействия контрабанде. При необходимости досмотра всего автомобильного потока, либо его значительной части централизованно прибывающего на контрольно-пропускной пункт, рациональным является применение стационарной портальной либо портальной рельсовой системы сканирования. Несмотря на то, что эта система требует сооружения специальных дополнительных конструкций, ее применение является оптимальным для постоянного сквозного досмотра автомобилей в одном определенном месте. Такая система может применяться не только таможенными службами, но и на предприятиях ограниченного доступа, военного или специального назначения, на опасных и других специализированных производствах. Как и в других системах «Аэропискан», двухэнергетическое рентгеновское излучение мощностью 6 мегаэлектронвольт в портальных системах серии P и портальных рельсовых системах серии G проникает через экранирующие материалы, жидкости, плотные и плотно упакованные грузы, обеспечивая выявление спрятанных опасных и запрещенных предметов на полноценном рентгеновском изображении.
и, как и в остальных системах, позволяет вести автоматическое распознавание номерных знаков автомобилей, идентификацию кодов контейнеров, обнаружение радиоактивных материалов и применять технологию разделения органических и неорганических материалов. В свою очередь, при необходимости сканирования железнодорожных составов, с этой задачей успешно справляется стационарная система RapiScan Eagle R60, которая позволяет производить непрерывный досмотр железнодорожных контейнеров, двухуровневых контейнеров и парных 20-футовых контейнеров прямо во время движения состава. Система имеет высокую пропускную способность и обеспечивает непрерывный досмотр вагонов, скорость движения которых может достигать 60 км в час. Чтобы предотвратить сканирование вагонов с людьми, рентгеновскому досмотру автоматически подвергаются только платформы с грузовыми контейнерами или вагоны, имеющие метку радиочастотной идентификации. Благодаря высокой производительности и безопасности, система Eagle R60 идеальна для применения в морских портах, пунктах пограничного контроля, а также на предприятиях повышенного уровня опасности. Несмотря на относительно короткий срок эксплуатации в Украине, оборудование RapiScan Systems уже получило высокую оценку своей эффективности. Контрабандисты на месте не стоят. Вони постійно змінюють тактику, схеми руху, схеми схованок. Четверту сходинку посідають відомі наркотрейдери – латиноамериканці. Улітку 2010-го вони вирішили в Україну імпортувати металобрухт. Я ніколи в житті не бачила більше наркотиків, ніж у 2010 році тут, в Одесі. 582 кілограми це було. Це були масштаби вражаючі. Ну, майже в кожній трубі був кокаїн плотно набитий. Віце-чемпіони нашого рейтингу – колумбійці. Їхній винахідливості і працьовитості можна лише позаздрити. Вони намагалися провести наркоту у паркеті. 151 кілограм кокаїна знаходилося в паркетних досках. Близько 2 тонн кокаїну, яке було вилучено в тих пічних трубах та пічних печах та металевих трубах. Це з 91-го року найвищий результат для Одеського морського торгового порту. І нарешті переможець. Ось він, ананас. Золота медаль нашої п'ятірки. Рецепт центральноамериканської контрабанди доволі простий. Розрізати фрукт, вичистити, спакувати потрібний товар, закрити і залити воском. А що в ананасах було? Кокаїн. 38 кілограм кокаїну. Чого не вдалося відстежити у трубах, просканували в екзотичних фруктах. Каждый контейнер, он как бы постоянно один и тот же вид имеет. И если есть какие-то изменения, то они уже бросаются в глаза. Есть возможность рисовать прямо на экране, если что-то подозрительное. То есть, возможно, это просто какая-то часть свалилась между рядами, но она вызывает уже подозрение, что она как неоднородный груз получается. Являясь мировым лидером в технологиях сканирования грузов, RapiScan Systems постоянно совершенствует свое оборудование с целью охраны окружающей среды и гарантирует абсолютную защиту здоровья персонала. На сегодняшний день компания также является единственной в своей отрасли, которая обеспечивает непрерывный 24-часовой сервис техники, поставленной в Украину. Сегодня RapiScan – надежный партнер правительства США, Министерства обороны США, таможенных служб Великобритании и Европейского Союза, а также 1000 пунктов досмотра и обработки грузов по всему миру. Выбирая RapiScan в качестве своего партнера, вы выбираете опыт, эффективность, безопасность и абсолютную гарантию в решении своих задач.